Сенсационные новости из Швейцарии. Европейские геофизики в сотрудничестве с американскими специалистами обнаружили черные дыры на Земле. По словам ученых, аналоги космических черных дыр существуют на дне Атлантического океана. Любой объект, который попадает в зону их влияния, будь то рыба или даже корабль, исчезает навсегда. Вырваться из адского водоворота не может даже свет. По мнению специалистов, локальные черные дыры разбросаны по всей Вселенной и служат порталами для передачи материи на сверхдальние расстояния. Геофизики полагают, что гигантская воронка, которая наблюдается на поверхности Юпитера, также является частью этой системы.